Добрый вечер, с вами «Город финансы». Новый краснодарский авиатерминал будет проектировать немецкая компания. Правительство компенсирует пожилым людям взносы на капремонт. Рубль растет к основным валютам на фоне отчета о снижении запасов топлива в США. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения под 19,95 годовых. Международный аэропорт «Краснодар» завершил выбор организации, которая будет осуществлять проектирование нового аэровокзального комплекса. Им стала немецкая архитектурная компания, имеющая представительство в России, Польше и Венгрии, сообщает пресс-служба «Базил Аэро». Подрядчику предстоит подготовить проект будущего терминала, а также прилегающих к нему территорий и разработать генеральный план. Сам терминал будет почти в два раза больше существующего, площадью около 45 тысяч квадратных метров. Всего же в строительство компания планирует инвестировать около 8 миллиардов рублей. Пропускная способность нового аэровокзала составит более 1500 пассажиров в час. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении 3 миллиардов 760 миллионов рублей субъектам федерации для компенсации взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах неработающим гражданам в возрасте от 70 лет. Соответствующий документ размещен на сайте правительства. Субсидии будут предоставляться собственникам жилых помещений, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих пенсионеров. Гражданам, достигшим возраста 70 лет, будет субсидировано 50% платежа, а достигшим 80 лет – 100%. Рубль растет к основным валютам на фоне отчета о снижении запасов топлива в Америке. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 9 сентября, составляет 63 рубля 97 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 41 копейку. Стоимость европейской валюты также снизилась на 36 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 72 рубля 4 копейки. Это наш будущий новый дом. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19,95% годовых. 8 800 5 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, с деньгами не шутят, а без них тем более.